Многие взрослые дети жалуются на то, что их взрослые родители максимально оказывают им внимание и лезут во все их дела. Значит, вот для родителей, да, у них есть абстрактная схема, что если они не помогут своим детям принять правильные решения в жизни, на ком жениться, с кем работать там, и так далее, то дети совершат ошибку. Значит, дети в этот момент находятся в своем представлении, что родители давно отстали от жизни, что на самом деле все по-другому, и они просто многого не знают и так далее. То есть у родителей есть какое-то представление, но оно явно не критическое, понимаете, потому что они пытаются примерять на практике и очень расстраиваются из-за того, что дети их не слушаются. Классический пример того, как мы создаем модели реальности, потом с этой реальностью взаимодействуем, и в результате наши представления не ложатся, так сказать, на реальность, и реальность им сопротивляется. И технология критического мышления действительно способна стать для нас путеводным, так сказать, нитью в новом дивном мире, где мы все время окружены другими людьми, понимать которых становится все сложнее и сложнее, потому что для того, чтобы понимать друг друга, критическое мышление у нас должно быть очень и очень хорошим. В конце концов, счастье — это когда тебя понимают.